вы на месте. Хорошо, мы приветствуем Ольгу, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Ольги. Пространство над головой, под ногами, сканируется пространство вокруг нее. Все 7 тонких тел, на них находятся любые энергии, чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, и от них выстраиваются моментально каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственность за эти подключки по каналам притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать Ольгу. Она чистая, у нее нет каналов. Очень хорошо, отлично. Хорошо, так, давай тогда сейчас заправим ее энергиями. И посмотри, сколько энергии нужно Ольге и какая частота вибрации. 500. 500 и? И 30. Нормально, ангельская энергия. И на счет 3 в макушку головы Ольги начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 500% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, все необходимые цвета начинают в нее поступать. Включаем канал, заживляющую энергию пускаем. Заживляет любые болезни, вытесняет энергию болезни. Включаем канал, наполняет, усиливает ее биополе, вытесняя любые патогенные негативные энергии. Частота ее вибрации поднимается до числового значения 30 Гц. Пошел подъем. Мне почему-то показывают ее почки. И они пульсируют, они живые. И у нее как жидкость какая-то, живота, что ли. Она ей не нужна. Так, значит, сейчас надо будет провести хирургическое вмешательство. И вот эту жидкость нужно просто вывести, вытолкнуть. А почки, они гармонизации нужны. Ей надо лечь или она может стоить? Нет, она может выдавить это все. Хорошо. И эту жидкость, которая сейчас, начнем с нее, находится в ее биополе. На счет 3. Ольга помогает нам. Начинает выходить из нее из каждой клеточки. 1, 2, 3. До последнего микрона. Зависает в воздухе, начинает формироваться в большую каплю. Капля наматывает все на себя. Все частицы этой энергии, все притягивается к ней. До 100% выходит из биополя Ольги. Ольга остается кристально чистая без этих энергий. Это желтые оранжевые тела. Откуда оно взялось-то? Что-то медицинское идет. Понятно. Хорошо. Выходит? Да, вышла, намоталась. Много? Мяч футбольный. Мяч футбольный, я вижу тоже. Хорошо, открывается портал, под ним галактическое ядро, производим сброс. 1, 2, 3. Так, закрывая, печатая, растворяя, теперь почки. Давай с почками решим. Гармонизация нужна им, чтобы они гармонично, как сказать, вписались туда. Они сейчас как распалены, что ли, то есть они пульсируют. Надо дать какую-то специальную энергию для гармонизации. Нет, у нее хватает энергии. Хорошо, Ольга, тогда делаем следующее. На счет 3 я даю команду, вы мне помогаете. Начинается синхронизация, распределение и гармонизация всех энергий в вашем биополе. 1, 2, 3. Все энергии начинают синхронизироваться, гармонизироваться, все органы гармонизируются с этими энергиями. Все усваивается, любая дисфункция исчезает. Меняем фантомы больных органов на счет 3, 1, 2, 3. Они выходят из тела. И мы меняем их на здоровые фантомы этих же органов. 1, 2, 3. Вышли больные фантомы? Они вышли, мне сейчас показывают, вот как они начинают соединяться вот с другими органами, подключаться к ним. Хорошо, больные фантомы вышли? Да. Давай их скинем. И открывается под ними портал в галактическое ядро. Они улетают в галактическое ядро. Закрывая, печатаю, растворяю. У нас чистые фантомы сейчас органов. Начинает самоизлечение. Запускаем процесс самоизлечения. Дополнительно включаем канал. Пошел канал, помогающий усваивать все эти энергии и гармонизировать ее на всех уровнях. 1, 2, 3. Пошел канал. Бежевого цвета.
Только светлый вижу. Или бирюзовый. Не белый, а такой, ну, как свет. Свет. Сама может его прекрасно направлять. Отлично. Надо один раз ей показать. Она руками теперь... как-то это делает, вот так и направляет. Хорошо, Ольга, запомните. На места, которые ей нужны. Запомните этот момент и будете сами себе это делать в состоянии отлично это сама делать. Готово. Ее сейчас надо сгармонизировать. Хорошо. И я даю сейчас, значит, три команды на гармонизацию всех энергий и вибраций, всех органов со всеми энергиями, вибрациями. Один, два, три. Пошла гармонизация. Чакрам энергия у нее побежала вся. Плавно так. Что? Она? По телам разошлась и по чакрам сперва прошлась энергия, открыла все, чистила. Отлично. И разошлась по телам. Очень хорошо. Как она себя чувствует? Спроси ее. Счастлива. Счастлива. Отлично. Хорошо, Верочка. Мы закончили? Да. Хорошо. Так, у нас еще остались вопросы, которые Ольга хотела задать своему высшему я. Высшему я или Леруну? Она тут Леруну написала вопросы. Короче, мы приглашаем ее друга, ангела Леруна, к нам в комнату диагностики и будем на месте решать. Дорогой Лерун, просим вас прийти к нам. Я здесь. Мы приветствуем вас, дорогой ангел Лерун. Нам очень приятно видеть вас снова. Я вас приветствую. Лерун, Ольга написала 10 вопросов, которые она хотела бы задать. Она не знала, кому она хотела задать сначала. Сначала хотела задать высшему я, потом я сказал, в принципе, такие вопросы, и твой куратор, безусловно, тоже может ответить. Она решила, остановилась на вас. Позволите ли вы вам задать 10 вопросов и получить от вас ответы? Он говорит, что в таком виде, как она сейчас, я предлагаю подняться к высшему я. Хорошо. И обменяться энергиями, которые ей, несомненно, помогут. А я всегда смогу отвечать на ее вопрос. Благодарю вас за это предложение, Лерун. Мы так и сделаем. На какой мы уровне поднимаемся сейчас? Он говорит, что у Ольги 2 уровня. Один ангельский 8, но высшее я ее на 12 уровне. Туда и поднимаемся. Идем на 12 уровень. Итак, 12 высшее я и ангельский 8. А сколько ангельских уровней есть, Лерун? Я прошу прощения, так заинтересовало. В вашем понимании тоже бесчисленно. Много. Хорошо, оставим этот вопрос. Хорошо, и сейчас, Вера, берешь Ольгу в свои крылья и... Ты, я и Лерун поднимаемся на уровень высшего я Ольги. Значит, три. Один, два, три. Пошел подъем. Он говорит, подождите, я должен открыть канал, потому что сейчас небезопасно передвигаться. Мы можем взять наш корабль. У нас корабль есть. Хотите? Надо. Хорошо. Сделает портал. Ангельский свой, да? Говорит, что мы можем идти. Отлично, Вера. Берем Ольгу. Ты берешь ее в свои крылья. И ты, я, и Лерун, и Ольга на счет три поднимаемся на уровень высшего я Ольги. Один, два, три. Пошел подъем. На месте. Отлично. Снимаются все маски и голограммы. И мы просим сейчас к нам выйти высшее я Ольги. Ольга так заволнована. Первая встреча с высшим я в этой жизни. Она приветствует нас. Это женщина? Да, женщина. Мы приветствуем высшее я Ольги. Меня зовут Влад, это Вера, это Лерун, ангел, ее наставник. И Ольга, ваша дорогая частичка. Уважаемая высшая я, просим вас сказать нам свое имя. Как к вам обращаться? Константа. Константа. Замечательное имя. Приветствуем вас, Константа.
Ольга Я изъявила... ее не вижу, она в свете где-то. А, вы можете принять, пожалуйста, какой-то облик, чтобы Вере было легче вас видеть? Ну, она такая красивая, как снежная королева какая-то вся. Я вижу. Очень красиво. Константа, Ольга изъявила желание задать вам свои вопросы. Мы проводили несколько ее чисток, и вот сейчас она наконец созрела до вопросов со своим высшим «Я». Она, подожди, она говорит, что я неспроста в таком виде. Пожалуйста, объясните. Это холод, который Ольга должна растопить. Сразу же, ну, она говорит, что сразу же. Я хочу сразу же показать, что ей мешает. Пожалуйста, если вы можете Мария. Сразу синхронизируйтесь с ней. Она должна растопить. Это страх. Вот этот холод – это страх, который она должна убрать в себе. Ничего не бояться. У нее столько помощников, нечего бояться. Во-первых, во-вторых, у нее много света. Конечно. Она очень переживает за своих родителей, которые ушли. Вы не могли бы дать ей какую-то информацию, как сейчас ее мама, папа? Где они? В хороших? На каком уровне? Она говорит, что это человеческий эгоизм, переживать за тех, кто ушли. Да. О них не надо переживать. Они получили свой опыт и идут дальше. Да, у нас, к сожалению, так есть, как вы говорите. Это досадно, и причем десятилетиями люди. Надо радоваться за них. Они закончили свой путь, они взяли свой опыт. Они получили свой опыт. И ушли в свет. Что может быть лучше? Для этого мы и здесь и находимся. Твои родители на правильном пути. Тебе нужно подумать о себе. Все. Благодарю вас, Константа. Если вы позволите, я тогда перехожу к вопросам. Ой, она, смотри, они взяли... как за руки ее взяла, и у них как качели начали переходить вот эти энергии. Вот это холод, есть. Смотри, холод и свет, он как сжег вот этот лед, и появилась вот эта вода. И эта вода как раз то, что мы из Ольги в чистке вытащили. Да. То есть это страх, который у нее вот где-то внутри сидит. Это растаявший страх, и вот мы его убрали, а ей надо полностью от него избавиться. То есть она показала, да, что это страх. Я понял, Ольга тоже поняла наверняка. Да, она говорит, что страх, не надо ничего бояться. Принимай решения, которые твое сердце подсказывает, даже если они кажутся тебе неправильными, что ли. Не неправильными, а, ну, она говорит, что материальное с одной стороны, но оно... отталкивает, твое сердце отталкивает это. И какое-то другое решение, которое сердце нравится, выбирай его, не бойся. Что Ольга отвечает? Ольга кивает и говорит, что я понимаю, о чем говорить. И Высшая говорит, что тебе будет дано больше, если ты будешь выбирать, ну, решения, которые близки твоему сердцу. Но вы сюда пришли не за этим. И за этим тоже, уважаемая Константа. Наверное, у вас есть какие-то вопросы. У Ольги есть вопросы. У Ольги есть вопросы земные. Первый вопрос. На что мне обратить внимание? А, во-первых, первое обращение. Дорогое мое высшее я, дорогой мой друг Лерун, с большим уважением к вам и любовью хочу задать следующие вопросы. На что мне обратить внимание и что исправить в своей жизни, чтобы мое физическое тело начало самоисцеляться? Режим дня, питание, физические упражнения, в скобках йога или цигун, или что-нибудь еще, чего я еще не знаю или упустила из вышеперечисленного? Все это прекрасно, но самое главное, тебе нужно поверить в себя. Лед. Да, вот этот стержень. Тебе он покрыт твоим страхом и сомнением. Твой свет заморожен самой тобой. Растопи его. Ты почувствуешь свою силу. И сможет самоисцелиться. Это был ее вопрос. Да, этим светом ты можешь сжечь любую болезнь. Я думаю, вы знаете, Константа, эту историю, которая была с царем Соломоном и этим копьем, и которая произошла, вы в курсе этой чистки, которую мы делали. Мы вытаскивали. Это печально. Это печально, безусловно, но царь Соломон дал ей свою энергию. Она обладатель
также этой энергией, как и мы. Она может этой энергией такие вещи творить, которые она себе просто не представляет. Я боюсь, что она просто забывает об этом. Ни одна низковибрационная сущность никогда не сунется в человека, если в нем находится энергия царя Соломона. Не только, безусловно. Царь Соломон расплатился с тобой этим. А это определенные дары материальные. Пользуясь им, ты можешь стать независимо. Финансово независимый. Это вы ей говорите сейчас? Тебе. Мне? Тебе. В этом плане? Я никогда, честно говоря, даже о материальной Она стороне... Она говорит себе, то есть Ольге. Ольге. Хорошо. Мы даже не знали. Дело в том, что у меня и у Веры эта энергия есть. Поэтому мы... Это другое. Важно для защиты. Для защиты. А ей дано... Ей он расплатился. Ольга, у вас есть личный подарок царя Соломона. Есть на это причина. Это копье унесло годы ее жизни. Согласен. И чтобы следующие годы ее жизни были полными здоровья и финансов, царь Соломон дал свои энергии, которые ей помогут в этом. Константа, я благодарю вас за этот развернутый ответ. Я буду очень рад, когда Ольга напрямую свяжется с вами, и вы подробнее с этого момента потом дальше расскажете. Она показывает золото, представлять она должна. Когда что-то делает, густая, плотная, золотая энергия, она должна с этой энергией, как, что бы она ни делала, обволакивать свои дела ей. Ольга, у вас все карты с тузами в ваших руках. Вы получили замечательную инструкцию. Энергия у вас уже есть. Царь Соломон сделал вам действительно этот подарок королевский в знак этого случая. И поэтому у вас все будет то, что вы себе желаете. Я больше чем уверен. Я могу переходить ко второму вопросу, уважаемая Константа, если мы закончили. Да, двигаемся дальше. Поехали. Хотелось бы знать, как там поживает моя мама и папа, чем они занимаются? И, может быть, они что-то хотели бы мне передать? Знают ли мои друзья эту информацию? Да, эта информация доступна. Как я уже сказала, не надо их тревожить. Надо порадоваться за них, потому что они радуются за тебя. Если ты будешь радоваться, а не сожалеть, ты сама увидишь, чем они занимаются. Они сейчас проходят какое-то обучение, наверняка, правильно? Души, я, насколько я в курсе, нет вообще ни секунды свободного времени. И когда люди их контактируют, они отрывают их от каких-то дел. Это правда, Константа? От каких-то важных дел? Люди отрывают с сожалением. Если люди приходят с радостью, душа радостью отвечает всегда. То есть ничего не мешает Ольге ментально связаться с отцом и с матерью? Без сожаления. Без сожаления, с радостью. Ольга кивает сама. Отлично, все, Ольга, поехали дальше. Третий вопрос. Сколько процентов негативной энергии я набрала в этой жизни на Земле? 26. 26%. Хорошо. Поехали дальше. Четвертый вопрос. Шестой кармический узел мне осталось пройти в этой жизни. Эта ситуация связана с моей квартирой, в скобки оставшейся от родителей, или моей племянницей? Ни то, ни другое. Судьба приготовила тебе сюрприз. Уже хорошо. Поехали дальше. Пятый вопрос. Я правильно сейчас делаю, что отстаиваю свои права на свою квартиру и хочу привести в порядок все документы через суд? Очень трудно отвечать на материальные вопросы. Но никому... свои права нужно всегда отстаивать, так как вокруг тебя много эгоистов. Я отвечу на этот вопрос. Ты все правильно делаешь. Благодарю вас. Шестой вопрос. Как мне наладить мои отношения с племянницей? Или не нужно это делать? Я хочу, чтобы у нас с ней было взаимопонимание. Она тоже должна этого хотеть. Если ты хочешь, а она не хочет, не Нет надо смысла. Никого заставлять. Конечно. Это должно быть обоюдное желание. Благодарю вас, уважаемая. Иначе это не будут обоюдные отношения. Один будет пользовать другого.
Это называется нет энергообмена. Один забирает энергию другого, и все. А на... это причинит вред твоему здоровью. Тебе не нужны и лишние отношения, где ты только даешь. Замечательный совет Константа. Седьмой вопрос. Очищение организма голоданием. Всем ли это полезно и всем ли это подходит? Например, 10-14, так называемое правило, 10 часов кушаешь, а 14 не кушаешь. Спишь, например. Режим. Режим – это неплохо, но должно быть осознанно. Не без насилия. Над собой, конечно. Это не должно причинять этих низких вибраций уже. Если это насилие, это уже негатив. Голодание, в первую очередь, это дисциплина. Дисциплина организма, дисциплина мозга. Ешь меньше, но чаще. Отлично, можно... Организм сам подскажет тебе, что делать. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Что мне сделать, чтобы исцелить мои почки? С чего начать? Может, что-то такое, чего я не могу или не знаю. Может, чья-то помощь мне нужна в этом. Уважаемая Константа, мы сейчас еще проводили ей гармонизацию, дали ей энергии, убрали фантомы больных органов почек, заменили их на новые. Как вы считаете, поможет ей это сейчас ей? Несомненно. Ольга должна просмотреть то, что вы сделали, и повторять сама своим светом гармонизации. Она улучшит работу почек. Какой хороший ответ. Аж приятно. Благодарю вас. А дальше будет зависеть от ее сознания. Безусловно. Сознание будет повышаться. Она будет больше контролировать и понимать, где нужно дарить свой свет, а где нужно выставлять защиту. Отлично. Благодарю вас. Девятый вопрос. Вот тут так. Истинны ли знания буддийских монахов, которые передаются сейчас в массы под названием, в скобках, кармический менеджмент, вопросительный знак. Стоит ли их изучать и соблюдать? Можно интересоваться всем, но выводы ты должна делать сама. Близко оно тебе или нет. Хотела еще добавить. Не пожалуйста. Надо. Повторять. Не надо повторять, не понимая, что ты делаешь. У нас говорят, все мне доступно, но не все мне полезно. Благодарю вас, уважаемая Константа. Десятый вопрос, если вы закончили, конечно. Если вы хотели что-то добавить, пожалуйста. Я бы хотела добавить, что у Ольги есть свой свет и сила. Конечно же, нужно изучать, читать, получать разную информацию. Но не надо бросаться, как вы говорите, в омут с головой. Анализируй. Анализируй и подходи критично, если вы позволите дать от себя такой совет, потому что у нас на Земле, к сожалению... Это правильный совет. Я бы сказала, частица сомнения должна быть всегда. Обязательно. Но не в себе самой. Тебе верь себе. И тут мы плавно переходим к десятому вопросу, который вытекает из девятого. Как убрать чувство страха по поводу чего-либо, если такое чувство вдруг появляется? Это последний вопрос. Представь, что у тебя внутри стержень света, который сжигает и вытесняет все из тебя. Активизируй его в себе. Пока только так. Вспомни меня и смысленно свяжись со мной. Растопи этот лед, серый страх. Замечательный совет. Замечательный совет Константа. За все ваши ответы благодарю. Ольга пишет, хочу передать свою безграничную любовь и благодарность моему высшему Я и моему другу Леруну. И также попросить кого-нибудь, чтобы передали моим родителям привет, маме, папе, мою огромную любовь и благодарность к ним, а также моему всему роду, всем бабушкам, дедушкам и так далее. Сама сейчас это сделала. Твоя волна... Дошла до них. Дошла до них. Вот и все. Вот и твоя же... Волна радости дошла до них. Отлично. И все сразу все поняли, что у нее все хорошо, и они получили привет. Благодарю вас, уважаемая Константа. И вы хотели бы что-нибудь лично еще сейчас добавить?
вашей... Я всегда на связи. Благодарю вас. Уважаемая Константа, у нас есть добрая такая традиция. Каждому высшему я, каждому куратору мы делаем всегда подарок. Подарок, который он хочет, может себе пожелать из того, что мы знаем. Мы это можем материализовать для вас. Это может быть как продукты питания, так и мыслеформа. Любое, все, что на Земле существует. Все можем вам сделать. Мой самый лучший подарок – это исцеление моей частицы. Это мы уже на полпути к этому. А теперь ваш личный, пожалуйста, ваша личная просьба. Я хочу, чтобы Ольга знала, что она под моей защитой. Хорошо, мы это передадим. Верочка, в твоих руках появляется наша традиционная корзинка с самыми чистыми и лучшими вкусными ягодами на Земле. 1, 2, 3. И передай это, пожалуйста, уважаемой Константе от нас в знак благодарности. Мы не можем уйти с пустыми руками, чтобы вам что-то не дать. Пожалуйста, возьмите это, единственный чистый экологический продукт на Земле. Это очень приятно. Благодарим вас. Подожди. Вот Ольга, она такое, как сердце смоделировала, как его рисуют, сердечко. Да, я вижу. И отправила ей Константе. Они уже ВКонтакте. Все, уже обменялись первыми энергиями, контакт есть. Нет, этого достаточно. Замечательно. Константа, скажите, вы сейчас со своей половинкой, частичкой, вот вы сейчас 100%, да? Можно и так сказать. Замечательно. Просто такой момент, он всегда аж дух захватывает, когда мы такие проводим встречи, и когда высшее я встречается, это неописуемо. И как по энергетике, так и вообще по смыслу этого всего. Благодарю вас, уважаемая Константа, мы тогда будем возвращаться. Благодарю это вас. Я благодарю вас за эту встречу. Надеюсь на скорую встречу вас и вашей... Больше мечтать не могу. Хорошо, обращайтесь в любой момент к вашей Ольге. И если что, мы всегда поможем. Если ей вдруг что-то надо, какие-то техники или практики, мы обязательно ей в этом поможем. Мы тогда прощаемся. Рассинхронизируйся, пожалуйста, Верочка. И берем Ольгу. Бери Ольгу и вместе с Леруном, Ольгой, тобой и мной возвращаемся в нашу комнату диагностики. Всего доброго, Константа. 1, 2, 3. Полетели. Она еще сказала Ольге спасибо за то, что она растопила мой лед. Неописуемо. Такие моменты самые приятные в нашей работе. А мы на месте. Уважаемый Лерун, как вам сегодня наша встреча? Прекрасно, прекрасно. Я тоже считаю, так энергиями все наполнились такими высокими и такие замечательные советы и ответы. Вы знаете, я один из таких замечательных сеансов с Ольгой. Тем более, наконец, она узнала о своих тайных способностях и возможностях. Я думаю, теперь у нее жизнь наладится. Тем более, с все такой... будет зависеть от нее самой. Конечно, конечно, конечно. Уважаемый Лерун, вы на очереди. Ваше желание. Что возьмете с собой, друзьям? Так, мило, можно пиццу заказать? Так, хочу показать. Давайте сделаем заказать. Хорошо, а с чем вы хотите пиццу? Пицца бывает с разным покрытием. Ананас. Ананас, отлично. И на счет три, Верочка, в твоих руках появляется самая вкусная итальянская пицца, оригинал, которая делается именно в печи на камне, с этим на этом замечательном тесте, хрустящая, с ананасом. 1, 2, 3. И всеми другими травами, покрытиями, как любят в Италии. Ой, она же сюда запах пошел. Ой, могу чесночка добавить, если вам нравится. Давай мы ассорти еще сделаем. Из чего? Пепперони какой-нибудь. О, тогда хорошо. И сейчас эта пицца разрезается на 24 части. Мы все части делаем с 24 разных покрытия. 1, 2, 3. Все, что на чистоте, все, что нравится Леруну, появляется на этих пиццах. Он сам может ими управлять. Делает себе покрытие, какое ему нравится. 24. Интересно, а почему 24? Потому что круг легче делить на 24 части. Можем и на 4 разделить, как вам угодно. А вы знаете, что вы круглую пиццу складываете в квадратные коробки и делите ее на треугольники?
Ну, абсолютно верно. Причем 24К. Это все так важно в вашем мире. Я не знаю, я интуитивно сказал 24, а это имеет какое-то значение, да? Мне больше нравится 25. И делаем 25. 1, 2, 3. Хотя я не буду вдаваться в значение чисел. Но они имеют свое значение, безусловно, да? Благодарю. И еще нашу традиционную большую корзинку в этот раз, потому что у Леруна есть очень много друзей, которым надо тоже что-то принести. И мы туда складываем самые вкусные ягоды, которые только есть на земле. 1, 2, 3. И он берет это с собой. Это шикарный подарок. И мы благодарим вас. Всегда доставляют общение. Я благодарю Ольгу за эту встречу. Вам моя огромная благодарность. Благодарю вас, Лерон. Принимаем ее. До скорых встреч. Сейчас. Отключайся, Верочка. Он ушел. Хорошо. Все, мы закончили. Будем оставив возвращать. Запах пиццы. Я не слышу. Оставив запах пиццы. Да я чувствую вот здесь этот запах пиццы. Я еще хотел ее чесночком попить, а потом думаю, я же не выдержу до конца сеанса. Есть захочется. Все, поехали. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Ольги в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Легко вошла, да? Ну, у нее сила внутри, вот этот стержень. И идет слова «познай себя». Вот это и есть, что ты, она должна развернуть этот стержень и опираться на себя, то есть верить себе. Ну и физически ей подключили новые фантомы. То есть они сейчас обрабатывать будут. Готово. Отлично. Отключайся от Ольги и на счет 3 перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Я на месте.